Вот он прямо там, где я приехал, мне корм делал.
делаете? Жалко, я тебе полностью один, когда получилось, я решил подойти. Значит, там, так вот держит, там площадка такая круглая. И хорошо, вот пойду, там будет шикарный тренинг. А площадку сохранила. Я почти мини-шарик. Стресс.
тренинга. Мы же не покатимся тут на солнце. Понимаете? То есть вместе с вещами туда? Да. Они просто стена не успели ночью найти. Конечно, через силу вас. А у вас что здесь не будет? Просто потом они будут стоять на посадке, сами не поделят, не вам выдавать, они будут правда выйти, что-то. Они же заняты. Поэтому по правилам за 30 минут пассажир должен прийти, получить свой багаж. Ну, ходите, несите сумки, где сюда. Да нет, я боюсь, что меня тогда выдают встречать 10%. Это 2 700, это 2,5 без 1. Ну, правда, за
доставку еще. Перрона. От таксиста. Да я видел, что переплачиваю. Я говорю, 4 тысячи. Короче, дальше. Плохо ищешь. Дай хоть мне. Потому что я сейчас посчитаю. Да, да, да.